Всем привет, это Ромулус ТВ. Мы продолжаем прохождение нашей кампании. Перед нами 64-я миссия. Итак, что же нас тут ждет? У нас в союзниках будет аббат Стерлингский и маршал сэр Лонгерм. Также нам противостоит визирь, назир и эмир. Ну вообще, полный набор у нас юнитов. К сожалению, преимущество явно на стороне противника изначально. Хотя, может, даже так и интересней. Скучно было бы играть заведомо слабыми противниками. Это нельзя здесь разместить, милорд. Так что, кто нас будет атаковать, еще непонятно. Дадут ли нам поначалу хотя бы несколько минут на развитие. Но будем стараться захватывать сразу же все источники плодородной земли. Также захватим, наверное, источники производства нашего эйля. Эйль нам очень сильно понадобится в ближайшем будущем. Здесь будет наш амбар. Четыре мельницы обязательно. Не, экономическое положение у нас классное. Вот реально все есть, что нужно. Железо есть, камень есть. Даже если там построится кто-то, можно снести и построить все равно наши здания. Так, давайте уж займемся с построительством наших пекарен. Нам нужно это побольше. Нельзя здесь разместить, хотя милорд. Бы полтора десятка для начала. Так, прекрасно. Прекрасное начало мы заложили. Также для пивоварения нужно выделить определенное место и поставить несколько трактиров. Ну, денег хватит только на два. Трактиры у нас... Так, хотя, может, если хлеба продать... вот так вот, на три трактира хватит. Но мы фактически голые остаемся, денег у нас нет никаких. Так что нужно будет вырубать. Да, я верю в том, что противник благоразумный не пойдет сразу в наступление на нас и даст нам хотя бы немножко времени. Нужно золото. Да. Хотя бы немного времени даст на развитие. Так, давайте черного попросим же защищать нас. Послание от аббата. Не в этот раз. Время сражаться самому. Эх. Увеличим на время скорость игры. Запасы провизии убывают, мой лорд. Так, к счастью, пока еще никто не пошел в наступление, но, скорее всего, это дело времени. Запасы провизии убывают, мой лорд. Да. Ну давайте первый хлеб, ребята, быстрее. Мы сейчас останемся с голой попой. Так, ну вот хлеб первый пошел. А теперь нужно 100 золотых. Так, ну что ж, можно теперь приступить к постройке первой баллисты. С нашей стороны проход должен быть закрыт для врагов навсегда. Запасы аббатства иссякают. Прошу, пришли еще. Не хватает золота? Да. Ну ничего,
Сейчас у нас трактиры заработают, а с началом работы трактиров налоги можно будет прилично повысить. Так, пока что еще никто не рвется в нападение, но это уже момент не за горами. Амбар пуст, сэр. Ух ты, ёх ты. Ничего, наши пекари уже начинают производство хлеба. Еще немножко, и мы выйдем на стабильное производство и потребление. Так. Нет налогов, это хорошо. Запасы провизии пополняют. Ну давайте начнем собирать налоги какие-нибудь. Не хватает золота. Да, ваша милость. Строим осадное орудие. Да, ваша милость. Надо что-то построить. Строим осадное орудие. Ну, популярность. Народ весьма почитает вас, милость. Так, ну что ж, владельцы трактиров сейчас же начнут производство своей деятельности, мы можем сразу поднимать налоги. Уж больно они нам нужны сейчас. Так, снабжение илем великолепно. Запасы золота неуклонно растут, сэр. 12. Да, ваша милость. Что надо делать? Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Ну что ж, враги постепенно накапливают какие-то там деньги. Да и нам нельзя отставать от этого процесса. Строим осадное орудие. Денег очень-очень мало пока что. Народ весьма почитает вас. Так, наверное, нужно еще один трактир построить. Мало нам пока троих будет. Нас атакуют! Ну вот пришло то самое священное время, когда нужно защищать себя. Куда пойдем? Строим осадное орудие. Доброе утро, ваша светлость. Инструменты готовы. Главное добить первую атаку. После будет уже легче. Гораздо легче. Так, ну вот наш монах нас буквально спасает своей атакой. Ну, друзья, почему вы не обороняетесь? Бараны. Убивают нас. Легко нас убивают. Да, без лучников не обойтись, похоже. Напористый у нас противник попался. Не хватает товаров. Нужно золото. Не хватает золота. Так, и увеличиваем нашу экономику. Наверное, сейчас экономику доведу до максимума, а после уже накоплением средств придется заниматься уничтожением нашего врага. Маловато как-то у нас просто сил
Не успеваем мы их быстро собирать. Так, вот еще есть перспективное месторождение. Не хватает рекрутов, сэр. Похоже, кто-то идет на нападение. Нужно дерево. Ну вот этого более чем достаточно. Это нельзя здесь разместить, милорд. Вы шестой, великий лорд. Смоуком. Всегда готов. Не хватает товара. Да, вот. Чем мы можем помочь? Строим осадное орудие. Так, вот. Более-менее какой-то образ сформирован, образ нашей обороны. Так, Эли охватывает все население. Запасы провизии убывают, мой лорд. Не хватает товаров. И нужно сделать небольшое вложение в нашу религию. Не хватает товаров. Не хватает нам религии как раз сейчас. Нужно помочь нашему союзнику. Не может он сам себя защищать. Нас атакуют! Десятка, я думаю, достаточно будет. Идем к цели. Дислокация ясна. Не хватает товаров. Аль-Хисану Сари. Аль-Хисану Сари. Нет, ну ассасины, конечно, молодцы. Где выходим? Солидное расстояние. Строим осадное орудие. Нужно золото. Ай-яй-яй, что у нас с порядком? Люди не доверяют вам, сэр. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает товаров. Да, враги что-то окончательно охренели. Инструменты готовы. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Это разрыв! Так, ну враги ничем не брезгуют. Я так понимаю, что мы являемся главной целью всех наших противников. Вот рассчитываешь хоть как-то на противника, он вообще никак не хочет помогать. Как будто его никогда и не было здесь. Нас атакуют! Можно сказать, что наши союзники так ведут себя, будто у нас вообще нет союзников. Мы здесь сами играем. Это разгром! Как-то ощущается полное безразличие к нам, да и к своей собственной судьбе. Легко пропускают к себе врага, позволяют ему штурмовать стены. Да... Такие вот нам союзники достались в этот раз. Не хватает товаров. Не хватает товаров.
Так, ну враги никак не хотят успокаиваться. Они будут по-прежнему нас атаковать. Во всяком случае, прилагать все силы к тому, чтобы эти атаки стали успешными и смогли вообще случаться к нам на территорию как можно чаще. Не хватает товаров. Не хватает нам немного церквей. Народ казна питает за вас. Народ весьма питает за вас. Так, что у нас со скоростью? Всю скорость можно по максимуму увеличивать. Строим осадное орудие. Это разгром! Опять эти гады ассасины. Нет, плохая у нас тактика. Нужно менять просто-напросто тактику. Не хватает товаров. Не хватает рекрутов. Послание от маршала. Я в щекотливой ситуации. Ты меня выручишь? Так, что у нас там маршала здесь? Что, ну и так мы защищаем маршала. Ну, похоже, ненадолго мы его защищаем. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Ну что ж, маршал, иди к нам, а не в костер. Так чувствую, лишимся мы сейчас союзника и поддержки. Не хватает товаров. Так, стоит ли медлить? Наверное, нужно накапливать максимально возможные силы и побыстрее выносить противника. Не хватает хотя бы одного. Так, избавимся от синего. Что-то у нас слишком большое давление на нас висит. Не хватает золота. Нахну аппал. Аль-фарасу дану. Эсо! Разгром! Хуюну на адай. Эркабу на бие. Не хватает товаров. Аль-хисану сарие. Так, враг наш горит. Блин, ну неужели опять его спасать придется идти? Ну ё-моё. Не хватает товаров. Ваша популярность падает. Люди любят вас, мой лорд. Люди любят вас, мой лорд. Не хватает товаров. Ну что ж, я готов пожертвовать нашими союзниками, хрен с ними, лишь бы вынести хотя бы одного из противников. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Блин. Ладно, пойдем защищать этого идиота. Я так понимаю, наш союзник уже не соберется и будет по-прежнему проигрывать положение. Ну вот такие вот мы супермены перекосили всех солдат противника. Это разгром!
الفرس تعد لا من أسرع اركب مثل الريح الفرس تعد مستحيل لا من أسرع اركب مثل الريح. Да уж, тут уж отбейся как-то. Запустил противник своей армии к нам на территорию. Вот гад-то какой. Что ж, пусть наш союзник хоть как-то сумеет отбиться. Тем временем нам пора собирать большую армию. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Аль-Хисану Сария. Не хватает рекрутов, сэр. Ай-яй-яй-яй-яй. الفرس تعب. Не хватает товаров. Ну что ж, здесь мы как-то тоже удерживаем нашего врага. Во всяком случае, не позволяем ему продвигаться в сторону наших баз. Не хватает рекрутов. Кто-то идет такой мучает по нам. Не хватает рекрутов, сэр. Так, ребята, давайте, давайте товаров. Все на сбор. Не хватает рекрутов, сэр. 98 наших солдат. Все, пора уничтожать первого соперника. Затянулось как-то его владычество на этой территории. Послание от маршала. В щекотливой ситуации. Ты меня выручишь? Так, маршал, иди-ка ты знаешь куда. Задолбало уже за тобой присматривать. Ты меня выручишь? Не пойми превратно. Пусть уже его сносит, если что. Я уже и не против. Ну, бесполезно. Итак, мы сумели снять нашего противника со стен. Давайте теперь закроем ему путь выхода и входа и спокойно уже добьем. Так, и небольшая армия из ассасинов тоже будет сейчас не лишней. С легкостью добить противника. Наша главная задача. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов. Да, представляю, как это будет сейчас со стороны выглядеть, когда просто наша лавина, состоящая из одних ассасинов, вынесет нашего врага в неизвестном направлении. Так, 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 так. Ребята, давайте. Все. А, сволочи на нас напали. Практически уничтожил. Снесем пока все здания лишние. بسهوله مستحيل سيموتون صلي لهم مهمه سهله كالريح خيولنا جاهزه добить уже надо раз начали
Да, тяжелая как-то миссия, затягивается она в своем прохождении, но все равно. Исход уже ясен. Экономика постоянно приносит деньги. И первого противника мы фактически уже зажали. Не хватает рекрутов, сэр. Так, 45 конных стрельцов. Опять-таки более чем достаточно. О, похоже, мне крышка! Держись, старина! Послание дела нашей блохи. Не обращай внимания. Так, эти задницы, блин, вынесли нашего союзника. Теперь как-то надо защищаться. И серьезно надо защищаться, потому что враг нам не даст спуска. Так не пойдет. Нападать на меня, на мою крепость. Скоро ты у меня дождешься. Так что, захватываем врага. Все-таки нас 5 десятков, вряд ли противник сумеет собрать быстро армию, способную нас отразить. Тысяча шайтанов! Недаром мать говорила, осторожный воин живет дольше. Послание от Аббата. Клянусь небом, ты умеешь сражаться. Не хватает рекрутов, сэр. Ну что ж, надо атаковать следующего противника, ждать особо никого и нечего. Чем быстрее мы его снесем, тем быстрее у нас будет победа. Ну что ж, у нас не получается вынести противника с первого удара. Придется, наверное, баллистами огненными его выносить. Сколько у нас? 25, пусть 26 будет. Что надо делать? Солидное послание от Назира. Твоя смерть близка, она совсем рядом. Слышишь ее шаги? Не хватает товаров. Инструменты готовы. Идем к цели. Дислокация ясна. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Это не осадное орудие. Строим осадное орудие. Ну что ж, вот залог нашей успешной кампании. Благополучно мы можем вынести всех соперников. Да и вряд ли они теперь смогут что-то предпринять. Да уж, предпринять им действительно будет сложно что-то. Хорошо. Опять идем в наступление. Как-то надо зачистить противника с его же стен. Баллиста готова. Ну что ж, первая вышка, пора заняться. Там уже подбитые силы противника. Так, и срочно требуется подкрепление. Давайте задание. Уже выходим. Солидное расстояние. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Да, не такие легкие у нас противники оказались, как хотелось бы их видеть. Баллиста готова.
Все, сейчас дожмем. Дожмем мы этих злодеев. Так, что у Назира с деньгами? Совсем ничего практически уже. Это нельзя здесь разместить, милорд. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Аль-Хисану сарих. Кто у нас еще от лесорубов прикроет, как не наши конные лучники? Аль-Хисану сарих. Так, ребята, давайте. Иля нихаятель арб. Баллиста готова. Баллиста готова. Перемещение невозможно. Баллиста готова. Ну вот, подпалим базу нашему врагу. Что ж теперь он сделает? Несчастный. Это разгром. Послание от аббата. Аббатство в осаде. Присылай подкрепление. Нахну афол. Керкаб нефлазия. Да ну нафиг. Аббат тупой какой-то. Столько времени, столько возможностей и вообще ничего не сделал со своей обороной. Просто продувает. Баллиста готова. Молодой. Баллиста готова. Мы постараемся. Блестяще! Так, ну вот, желтый тоже постепенно расстается со своей перспективой, перспективой выживания. Да, добьем мы последствия наших всех остальных уже врагов. Так, и самое время пора закапывать ров. Да, у врага полно сюрпризов. Как только уже понадеялись на победу, враг нас реально обломал. Не хватает рекрутов, сэр. Маулай. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Ну что ж, пришло время снять оставшиеся силы нашего противника в каких-то две башни. И все. Более ему уже здесь нечего делать. Так что пойдет на выживание. Замочить его уже в последнюю башню. Что там обстреливать вообще, блин? Лентяи. Все, закапываю. Не
Не хватает рекрутов, сэр. Подозрительно, противник слишком быстро восстанавливается. Это разгром! Да, ваше мимо, займем перво. Нану анастрада. Мауляй. Ашамрату харухи мутабджа. Бестаки. Аламелу жаид. Ашисану сария. Биамри. Эркабу кладрия. Альфарасутад. Ну, копай, копай, дурачье. Альмараху дайман. Все, наконец-то можно снять врага. Сумухум. Альхисану сария. Так, у нас хоть аббат остался еще в живых. Послание от Назира. Ваша власть. Не хватает золота. Послание от аббата. Клянусь небом, ты умеешь сражаться. Так опять-таки у нас 120 юнитов есть, и можно нападать на врага. Постепенно нужно подточить его силы. Отправим благородные мотивы и избавим врага от мучений этого мира. Ну, уничтожаем, хватит уже баловаться, ё-моё. Сколько тех юнитов у нас? Раз, два и обчелся, ну. Да, противник, конечно, богатый Буратино у нас. Сколько времени он все сопротивляется и сопротивляется. Склад заполнен. الشهاب تحلق الحصان سريع بأمرك سموكم извините так نحن ну что ж, враг покрыт огнем со всех сторон. هدفنا الأفقاء تتحرك. Немного сил у нас еще есть. Так, ну, хорошее время для того, чтобы вынести окончательно уже противника. نحن أبطال. اركب الكلابية. الفرس تعب. اقتلهم جميعا. الشهاب تحل. لا من أسرع. Ну вот, победа. И очередная миссия пройдена. Благодарю за внимание. С вами был Romulus TV. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте лайки, комментарии. До скорого.